Всем привет, вы на канале Бирхантер. Очередной вопрос, что лучше, арбалет или пневматика? Ну, давайте сначала из пневматики выстрелим. Специально взял переломный, максимально разрешенный, мощностью. Вставляем туда патрон. Блин, очки надо было одеть, но здесь без очков я в банку вон там попаду. Попал. Теперь давайте возьмем арбалет. Обычную мамбу возьмем, зарядим стрелой и стрельнем. По банкам не буду стрелять. Сейчас объясню почему. Просто возьмем и стрельнем. Так, где у нас прицел? Хлобысь и готово. А теперь давайте порассуждаем. Пневматика, да, экономная штука. Ухаживать не надо, только ствол прочищать и все. Стоит 3 копейки. Пульки вообще 3 копейки стоят. Но, ребята, кайфа никакого нету. Здесь обслуга, да, тетиву надо смазывать, постоянно ухаживать за арбалетом, чтобы он грязный не был. И все остальное это ровно. За тетивой смотреть, чтобы она не порвалась. Обслуга, да, у арбалета дорогая. Пневматика, ну, я не беру ту, которая не разрешена, а которая разрешена. Вы только сможете по банкам стрелять. Залез вам козел в огород, что вы с пневматикой будете делать? И стрельнете из него, из пневматики стрельнете в этого козла. Да он еще больше раззадорит, и так ваши на рога поднимет. Этот козел. А вот если к вам в огород залезет козел, и у вас будет арбалет, и вы зарядите и стрельнете в него стрелой, думаю, этот козел больше уже не встанет. И не позарится на вашу капусту больше. Вот чем арбалет лучше от пневматики. Но повторюсь еще раз. Если пневматика разрешенная, многие раздушивают пневматику, она становится убойная. Но я не сторонник этого, я законопослушный гражданин, как и компания Бирхантер, поэтому я выбираю арбалет. Максимально разрешенная 43 килограмма мощность, а любого козла насквозь стрелой проткнет. Кто не подписан, подписываемся на канал Бирхантер, пишем комментарий. Всем пока, до новых встреч. А, лайк ставим. Видите, арбалет это все-таки кураж. Стрельнул, и остановить любого козла можно. Всем пока, до новых встреч.